атакующего Мастриани и теряет мяч. Атлетико Паранаенсе пытается атакующим полузащитником, а еще выше по флангам. Три дали два опорных полузащитника. Группа из 4, 15 и 37 номера соответственно. По флангам будут располагаться. И досмотрим. Канобио простреливает низом в направлении. Быстро разыграли на коротке. Подача, рикошет. Превосходно выступает в южноамериканском кубке. В Копа Судамерикана. Это аналог Лиги Европы от УЕФА. В системе ценностей европейского клубного футбола. Пинейро и Родриго Далонсо Феррейра отвечает за систему ВАР. И огромные претензии у руководителей возникли в судейской бригаде той встречи. Северо-восточного региона Нордестчи никогда не смогут побороться. Ну, определенные странности начнут появляться в арбитраже матчей. Продолжит Сань. Мариньо под гнетом давления Канобио пришлось Мариньо играть назад. И на ближней к нам бровке, фланге, где основная камера располагает. Работа предпринимает такой мотор. Все это про... Порой наступает после 40. Подписывать новых футболистов, вести... Правильно, словно из катапульты. Мастриани уже не... Вылетел этот клуб из Кубка Бразилии, например, располагающихся первой восьмерки, а то и шестерки, подать до зоны вылета. Оказался четвертым в чемпионате Бразилии 2024. Пиональ, уругвайская, до Пеньяроля. Зарождалась профессиональная лиц. По затыл Сапель. И тех футболистов, за которых приходится выплачивать неустойку, если у них... Временно исполняющим обязанности, как в Бразилии в таких случаях говорят, Интерино. И теперь совсем 9-летний. В сыновья ему годится Жоао Крусу. Жосе Велисон развернулся вокруг своей оси. Сыграл назад. Дальше через Кушеви. Уже завершить. Коэльо в ближний угол. Жоао Рикардо. Все равно... Аплодисменты. Счет открыл Мойзес после голевой передачи Манкусо. Предголеванцы. Вот этот уругвайц. 14 номер. Хозяев счет сравнял на перерыв. Мы уходим при равном счете 1-1. И с нетерпением. Огромным преимуществом у футбола это Томас Куэльо. Мастриани под правую убирал. И Кушеви. Куэльо. Аргентинец 28 номер. Атлетико Паранаенсе. Мастриани, соотечественник Канобио. Тренер. Напомню, что главным арбитром встречи, и сообщу для тех, кто к нам подключился только со второго тайма 2024 года. Поджимает Форталеза. Пришлось изаут далеко в глубину мяч. Передача Жоао Круза. Нарушение не тянуло на прямую красную карточку на удаление. Кушевич. Кипер Форталезы. Наверное, футбол и спорт. Да и жизнь Атлетико Паранаенсе. Мартин. Варини. Но уже Лемар, хоть и формально центральный нападающий, мы видим, что и способен фланговый. Рука. Но после рикошета от своего же футболиста. Жулемар. Передача на Пабло. Перехватывает мяч Чинга. Кушевич.
программу 26-го тура. Микаэл. Борется за выживание, как, собственно, и Атлетико Паранаэнсе, Коринтианс, но и Гремио, и Флуминенсе. Еще не так давно Флу располагался в зоне. Москве уже наступит 23-е число. И это финальный свисток лучшим игроком матча.